Мы, команда SkyWay, исправляем сложившуюся ситуацию и предлагаем решения, позволяющие вывести грузопассажирские перевозки на качественно иной уровень. Анатолий Эдуардович Юницкий. SkyWay – транспортная система, основой которой является множество уникальных инженерных и логистических решений. Струнные технологии SkyWay – это скорость до 150 км в час, низкие затраты, круглосуточная эксплуатация, надежность и безопасность, универсальность и экологичность. Грузовой транспортный комплекс предназначен для перевозки штучных, сыпучих, жидких и специальных грузов на расстояние до 1000 км и более со скоростью 150 км в час. Производительность комплекса до 200 миллионов тонн в год. Эстакада специальной легкой конструкции отличается высокой прочностью и обеспечивает быстрое и недорогое строительство, эффективное и безопасное использование, низкую себестоимость перевозок. Материалоемкость трассы SkyWay снижена в 8 раз по сравнению с традиционными транспортными системами. Юнитрак – грузовой подвижной состав, полная масса 2500, длина 3700 мм, ширина 860, высота 1650, грузоподъемность 1800 кг. Объем кузова грузового модуля 0,75 кубического метра. Для того, чтобы проехать 100 км со скоростью 150 км в час, юнитраку потребуется 7 кВт электрической энергии, топливо 1,8 литров. Транспортная система SkyWay при помощи специальных грузовых модулей способна осуществлять перевозку 20-40 футовых контейнеров без перегрузки. Ленточно-рельсовый конвейер Unitrans предназначен для транспортировки сыпучих грузов, автоматической погрузки и разгрузки. Производительность конвейера до 20 миллионов тонн в год и более. При необходимости комбинируется с грузовой трассой для перевозки штучных грузов. В линейке предложений SkyWay также представлены погрузочно-разгрузочные терминалы. Капитальные затраты на строительство дорог SkyWay в 3 раза меньше затрат на строительство железных дорог и в 6 раз меньше автомобильных дорог. Низкая стоимость обеспечивается использованием при строительстве специального композитного рельса – рельса струнной эстакады специальной конструкции, которая в десятки раз легче и дешевле традиционных решений. Огромное значение имеет и то, что отсутствует необходимость строить сплошное дорожное полотно. Сроки доставки и стоимость связаны напрямую. Чем быстрее доставка, тем она дороже. Самым быстрым и дорогим доставщиком на сегодняшний день является авиатранспорт, который, кстати, доставляет не все категории грузов. Далее идут автомобильный, железнодорожный и водный транспорт. SkyWay станет самым дешевым доставщиком грузов, способным перевозить все категории грузов. Грузы будут доставляться без задержек и повреждений. Стоимость эксплуатации грузового транспорта SkyWay также выгодно отличается от традиционных транспортных систем. За счет автоматизированной системы управления снижены расходы на заработную плату. Расход на топливо снижен до 5-15% в отличие от сегодняшних перевозчиков, где эта цифра составляет 30-50%. Амортизация SkyWay дешевле в разы, так же, как и прочие расходы. Если обобщить все затраты, то становится очевидным, что грузовой транспорт SkyWay по операционным затратам экономнее в 2-5 раз, чем любой современный грузоперевозчик. И, конечно, неоспоримым козырем транспорта SkyWay является его высочайшая экологичность, которая обусловлена минимальным землеотводом при строительстве дорог, сокращением выбросов, экономией ресурсов и сохранением природы. Thank you.